Большинство как советских, так и западных танков разрабатывались во времена так называемой «холодной войны». Заказчики в лице государств четко осознавали, против кого, где и как будут воевать их танки. И тут подход враждующих лагерей серьезно отличается. Если в СССР руководство страны, ориентируясь в том числе на успехи времен Второй мировой, делало ставку на простоту в производстве и большую максимальную дальность стрельбы, на Западе упор делался на техническом оснащении и точности их тяжеловесов. Об этом и не только. Смотри в полном выпуске «Арсенала».